Всем привет, с вами Даша. Даша Лайф. И сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Мы сегодня будем выживать в деревне и строить тут дом. Погнали. Сейчас мы нарубим дерево, чтобы сделать доски. Сейчас мы нарубим дерево. Мы сделали 36 досок. Вот такой у меня красивый скин. Давайте построим тут дом. Смотрите, еще один тут. Дерево, наверное, упало. Ой, мухомор. Садить. Еще можно досок сделать. Что там такое? А, не он показался. Сейчас мы будем строить дом. Вот так мы большой делаем дом. Блин, это уже лишнее. Оп. Еще сейчас побольше сделаем. Какой у меня красивый дом, у меня полог. Это будет первая комната. Можем делать стены. У нас дерева больше нет. Идем, можно и дальше рубить. Какие красивые розы тут. Цветочки. Сейчас мы нарубим дерево и будем этот доски делать и опять продолжать строить дом. Кстати, подписывайтесь на канал и ставьте лайки под видео. И нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о видео, что новое вышло. Не туда дерево поставила. Уже закат. Пока пойдем спать. Пойдем пока ложиться спать. Где-нибудь в деревне.
хороший пламик. А вон мой дом строится. А вы верите в вампиров или в оборотней? Тогда, если верите, то ставьте лайки. Если не верите, то не ставьте лайки. Смотрите, как темнеет. Почему темнеет тут уже в сундуке? Ух ты, картошечка из замородики и дерева. Давайте картошечку и вот эти золотые самородки себе возьмем. Ух ты, смотрите, там паук уже появился. Криперы. Ух ты, офигеть. А в Майнкрафте существуют вампиры? Если да, то ставьте лайки. Скелеты ходят. Вампира вроде нету. Это очень страшно. Ну ладно, давайте прощаться на этой серии. В следующей серии увидимся. Пока-пока.